Ambro. Тоже Файбек Кыргызстан, Калбаев Алмаз Кыргызстан барды, Калбаев Кыргызстан. Уақыт кетті. Чықпаса, снимайте. Калбаев Алмаз Кыргызстан. Чисто техническую победу одержал Умар Нурдуалет, Казахстан. Жоқтығына байланышты победа принуждается Акташу Айбек, Казахстан. Thank you.
одержал Абильда Дамир, Казахстан. Ахташов Айбек, Кыргызстан. Калбаев Алмаз, Дайрдан. Эльзат, отходи. Thank you.
одержал Кылычбеков Нурсултан Кыргызстан. Камерго Чакырлат, Актошев Баймек Кыргызстан, Калбаев Алмаз Кыргызстан. Победу одержал Толетаев Эйдиген, Казахстан. На ковер приглашается Капулов Амир Мухаммад, Казахстан, Жумабеков.
На ковер приглашается Кабылов Амир Мухаммед, Джумабеков Артур, Кыргызстан. Thank you.
одержал Будай Андрас Кунгер. Победу одержал Кабулов. Табло, табло, смотри там время. Казахстан.
Титов Никита, Беларусь. Thank you.
Все у вас еще в 3-0. Вам добавьте. Thank you.
Казахстан.
Победу над Ушой одержал швед Евгений Айбек. Победил Базарбек Данил. Stay, stay, stay.
победил Лабрасулов Ферхан. Победу на тюрьму Насыров Умар Насыров Михров. Готовится Мирзакулов Эльдар Курстан, Албаев Алмаз Курстан. Мирзакулов Эльдар Курстан, Албаев Алмаз Курстан. Yeah.
Әлиев, мен Едіге Қазақстан. Приготовится Садыров Сырджигит, Кыргызстан, Калычбеков Нур, Кыргызстан. Аяқ
Абылов Амир Мухаммед, Казахстан. Жумабаев Нурбек, Казахстан. Oh!
После этой схватки будет торжественное открытие соревнований. Thank you.
лицо. Чистая техническая победа одержал Лозубекова Барсбековна. На ковер были приготовиться. На ковре проходит 1/4 финала. Представители спортсмены. Усенкулов Абдусамат Кыргызстан. Победу одержал Алтынбек Уулу Эрджан. Борец из Казахстана и борец из Венгрии. Давайте поддержим наших участников сегодняшнего соревнования. Борьба за 1/4 финала. На ковер вы приготовиться. Дулетбеков Асылбек Кыргызстан. Калиядин Али. Талдыкорган Казахстан. Thank you.
белгисинде 45 килограмм салмакта балбалда күч сынашып жатса, финалга чыгуучу бетте кызыл трикочон балбан Бейшенбай Белжан, көк трикочон балбан Кумар уулу Нургалиев, балбандарды колдоп коебуз. Финалдык беттешке чыгуу үчүн Yeah.
Валевский Кирилл. Джамалбеков Азрет, Кыргызстан. Байболотов Бектур, Кыргызстан. Макмур Б приглашается. Кадыралиев Бауыржан, Казахстан. Yeah.
Мартаев, Бекджан, Кыргызстан, Сабиров, готовится. Эркинбек Эшхан, Казахстан, Ханбеков, Ильгиз, Кыргызстан. Thank you.
весовая категория 45 килограмм. Выход в финал. Поддержим наших спортсменов. На ковер бой приготовиться. Шамиль Доспол, Казахстан. Сабыров Микров, Кыргызстан. Yeah.
Победу одержал Шамиль Доспол, Казахстан. Победу одержал Кумарулы Нурдаулет, Казахстан. И вышел в финал. Похлопаем, поддержим наших спортсменов. Вышел в финал весовая категория 45 кг спортсмен из Казахстана. Казахстан. Усенкулов, Абдусамай, Казахстан. Гавриэлька, весовая категория 45 кг, вторая полуфинальная встреча. Спортсмен из Казахстана и спортсмен из Кыргызстана. Похлопаем наши полуфиналисты. Борьба за выход в финал. Thank you.
держал Сабуров Сергей. Thank you.
победу одержал Кулеетаев Адиге, Казахстан, и вышел в финал. Thank you.
Арзанбек Ахиргиз. Кыргызстан. Thank you.
соотечественную победу одержал Валерий Кирилл. И Муса Сына. Стоп.
Победа одержал Борис Беков Нурислам. Жамалбек Абазиев, Кыргызстан.
Победу на душе одержал Атантаев Садах Ленисан. И знаете, третье место, ребята. Победу одержал Джамалбеков Азлит. Победу одержал Насиров Лифрок.
Сергей Нурислам Мурзакулов Эльдар. Победу одержал Мурзакулов Эльдар. Победил Темирбеков Ислам и занял третье место. Ардиев Абдразак Акулбекулу Ерчан.
Абдыразак. Приготовиться. Джамал Бенгов, Азрет Ханбеков, you
Kayırlı çakırlar. Nasırov Mikro Olmaz Ben Dedi На ковер приглашается 60 килограмм. Thank you.
Thank you.